Всем привет, это я, Алекс. Приветствую всех из Турции. Я приехал сюда отдыхать на море, прожил более 2 недель. Ну, собственно, видео не о Турции, а о социальном проекте «Забота». Данный проект был открыт в конце июля этого 2015 года и, соответственно, предлагает очень интересные инвестиционные позиции. Это 1% в сутки. Примерно на 1 год каждый день. И по окончании работы вклада депозит закрывается. А инвестор получает доходы примерно плюс 300% годовых. А, соответственно, я хочу сказать Заботе большое спасибо за реализованную возможность заработать. Да, я здесь уже в профите. В профите благодаря тому, что я, вложив сюда $950, так называемые билеты, уже снял больше, чем инвестировал, благодаря инвестиционному плану, а также партнерской программе. Также я Заботе благодарен за то, что действительно это очень хороший проект, который понравился не только мне, но и моим личным партнерам, которые также инвестировали достаточно крупные суммы. Например, это Наиль, молодец, товарищ Сокол, молодец, спасибо. И другие партнеры, кто вошел на более чем на 9, на 10 и даже 20 билетов. Молодцы, ребята, так держать. По-котлетному, по-нашему. Поэтому Забота для меня стала очередным, так называемым, реализованным удачным стартапом, удачным выбором среди широкого спектра инвестиционных проектов в интернете. И продолжает всех нас радовать. Так что, господа, если вы ищете достаточно популярные, надежные проекты, то Забота как вариант, ну, пожалуйста, рассмотрите. Моя ссылка на моем блоге интернет-ранте, можете зарегистрироваться, я вас проконсультирую. Помимо всего этого, Забота занимается благотворительной деятельностью, они там собирают средства пожертвования для детишек, детдомов, школ-интернатов, проводят работу по спонсированию нуждающихся. И, собственно, как бы в этом и заключается работа социального проекта. Помимо всего этого, Забота проводит презентации, собрания, чаепития. Центральный, так сказать, в кавычках, офис Заботы находится в Санкт-Петербурге, потому что именно с Санкт-Петербурга Забота пошла у нас по интернету и стала нас радовать и убеждать, что действительно проект стоящий и перспективный на длительное перспективное будущее. Поэтому я хочу сказать еще раз, Забота, спасибо. Спасибо идейному лидеру Инне Санкт-Петербурга. Весьма позитивная такая дама. И Алексу, который меня, собственно, Заботой познакомил. Вот. И, конечно же, Дэну Кариму, под которого я зарегился, Заботу, блогеру моему, корешу. Итак, всем спасибо. Мишутка. Ваш Алекс. Встретимся в Заботе. С профитом. А вот Турция. Море. Утро. Где я, собственно, и нахожусь. Отдыхаю на море. Там сзади меня горы. Вот дрон,